Всем привет! Наконец-то я настроилась на то, что вы давно меня просите. Послушаю Versus, BPM, Ridho и Mufasa. Ну, он, видите, нецензурную лексику содержит, что очень печально. Ну и, соответственно, детям, не достигшим несовершеннолетия, нежелательно это смотреть. Поэтому, друзья мои, смотрят только совершеннолетние. Салют, представься, пожалуйста. Салют, Ridho. Откуда приехал? С Москвы. Оно и видно. Кто сегодня твой противник? Муфаса. Что можешь сказать о нем? Да, блядь, Граймер из Диснейленда. Он пиздатый Граймер? Или, ну, кто может тебя вынести под биты? Под Грайм-биты? Блядь, не знаю. Ну, не Муфаса точно. Ты заготовил строчки про Короля Льва? А, нет. Ай, да ну, ладно, давай, не стесняйся. Ну, блядь, давай потом. Хорошо. Мы давно тебя не видели, очень рады, что ты вернулся. Спасибо. Мы тебя долго уговаривали. Расскажи, какие у тебя там планы на творчество? Что у тебя впереди? У меня осенью два концертика будет 13-14 октября. Где? Москва, Питер. Так, а где в Москве, где в Питере? Ты уже давай, говори. Слушайте, все. Я таких не слушала, да, даже ни разу. В Джек и Джейне, а в Питере, по-моему, Экшен называется клуб. Вот, там два концертика пройдут. Ну, кому по кайфу приходить. Ты пока сейчас говорил, вот эти афиши только что около тебя выплыли. А мне куда красиво смотреть? Где их ловить? Они слева и справа от тебя. А, ну афиши. Все, я правильно сделал. Хорошая, красивая. Желаем тебе сегодня удачи, да хранит тебя бит. О, спасибо. Салют, представься, пожалуйста. Йоу, это Муфаса, the king, восточный Лондон, Рига, again, you don't know. Ты приехал к нам из Лондона? Да. Что у вас там за тусовка? Green Park Gang. А, слышали про таких ребят, всем салютики. Да. Кто сегодня твой противник? Никита. А, что за Никита? Ridho. А, Ridho. Граймер. Что скажешь о нем? Неплохой МС. Но кто сегодня... Как честно говорит, неплохой МС. Будешь уверен в себе, но есть ли опасения? Опасения... Нет. Лукавишь, я чувствую дрожь в голосе. Но желаем тебе сегодня удачи. Расскажи, как у тебя вообще там, что в Лондоне происходит? Там какие-то концерты, там треки пишете или просто батлите? В Лондоне очень большая движуха. Green Park Gang, выступаем, рейвы. Все как обычно, все как и везде. Хип-хоп, грайм. Бля, у нас нет такого. У нас Ridho есть. Это заебись. Вот так. Вот. Ну, надеюсь, сегодня на какой-то культурный обмен, и что будет безумно горячо. Желаю будет удачи. Будет очень горячо. Салют, с вами ресторатор. Хованский опять с пивом, все пошли, хорошо. Блядь. Стабильность, знаете, в нашем жизни очень приветствуется. Как вы знаете, это... Когда Хованский с пивом из батла в батл, то это тоже говорит о том, что все хорошо. Слева представься. Муфаса the King, восточный Лондон, Рига, again, you don't know, make some noise. Yeah! У нас сегодня межконтинентальная схватка. А МС справа, представься. Ridho, Москва. По итогам жеребьевки начинает МС слева, Муфаса. Первый раунд, пошумим, блядь. Это Муфаса, the king. Ты кто, ты кто? Alright then. Yeah, listen, yo. Дай сюда майк, отойди назад. После тебя все спят. When I'm on your rhythm is mad. Это факт, звоните вам он, сука, это террак. Твои клэш батлы, твои фристайлы. Бисер, не кристаллы. Бездарность тебе нет, стиля в тебе есть. Тебе есть лари. Батля со мной, наступаешь на грабли. Баню тебя, как Боб Марли. В Англии, либо в России, ты снят с карты. Сбрить нахуй, как со счет бакенбарды. Мой флоу, голодные леопарды. Двух плоть, я всех типов своей банды. Ди Каприо, Леонардо, мои банчи тебе в девятку, Роналдо. Нацепил снэпбэк, пальто. На рейвах один, словно чей-то отец. Фам, с тобою не говорит никто, бро. Я бы тоже не стал, ведь ты выглядишь как мент. Твой стиль, он бейт. Даже на родине тебе nobody wait. Для этой толпы, мана-мана, no name. Но даже на твоей земле... Так, хорошо читай.
мой мейн. Баба-баба-бафли со мной, ты миджит. Муфаса большой, как Джон Сина. Я вертел тебя на пенисе своем, как фиджет спина. Сел бы Никиту на Дина, но в моем диже халяль не свинина. Мой флоу Джонни Крамер, убийство машина. Твой флоу, это флоу очередного кретина. На деле потеешь, как чата вагина. Тебе больше к лицу не рыдо. Регина, твоя лирика, мимика мистера Бина. Вызывает лишь смех у всех мадам из Грина. Грам из России, Лада Калина. Мой каждый куплет для тебя, как доктрина. Я Лектор, Энтони Хопкинс, Манаман Панчер, Гектор Камачо, мой стиль килограмма пластита. Феррагамо на джинсах, пояс шахида. Лучше скажи мне спасибо, я даю тебе стиль без скрипа. Ведь у тебя заела пластина. Фам, это Big Man Talk. Ман, как Муфаса, он лучший стол. Этим MC's необходим волк. Один на один, им не сбить меня с ног. Я учился в лучшей из школ. По грайму имею красный диплом. Фам, это подтвердит мой флоу. Великан, де, ман, от соус, моу, when it comes to crime. Я холоднее, чем Кай. Эти манде, ласковый май. Думали, Лондон, бисквиты и чай. Но попав там на Энс, превращаются в Зай. Все, что я видел тут, это Far Cry. На фоне меня Бир Гриллс и Негай. Фам, ты не дорос до моих Найк. Знай, ман, от соус, real, нахуй твой хайп. Что не бар, то ревайн. Все, что я говорю, звучит как панчлайн. Кстати, это тоже панчлайн. Дикхед, дай сюда корону, it's mine. Я поднимался на Энзак с нуля. Голодные ночи без дома. Бедный, как он... Чем он там дышит, когда он так быстро говорит, так долго? Там. Все говорят, что ты не Батман. Образ не более фикция, а срам. Ты домашний сынок, игрок монополию фан. Ну чё, так хорошо. Правда, половины я просто смысла не поняла. Ну молодец, как бы читал хорошо и так... Вообще. Непонятно зачем, блядь, тебе микро. Я заберу англицизм из треков твоих, и у тебя останется пустой пяток. Цыган не пойдет гадалку просить. Брось монетку тебе, выпадет редо. И ты прав, дружок, у нас нет стволов. Но я достаю галпингер и говорю тебе, бой. Если дал майк редо, то тебе лучше вызвать 112. Секенды палестинцы, я вижу вас, будто бы динамит сквад. Москва, Нил, Форд, это ебаный путь, не знаю где кто. Если призраков нет, то скажите мне сейчас, почему после меня майк держит никто. Это выстрел в лоб, что ты его замнил. Вызвал на клаш, но с чем ты пришел? Ты цыган, готов не выпускать ничего, если молчание. Золото, он завалит ебло. Вестейт, ты best mom, девестейт. Я оттуда к тебе стей, интереснее. Дэм, манавана, клаш, барс, я взрываю подвал. Пока ты друг взрываешь в подъезде. Сказки, как Диснейленд. Образ твой могу так назвать. Ведь Муфаса хочет, как король лев. Но он может только захлопнуть пасть. Не везет ревизору, вновь ему клей стоп-хам прямо на ебло. И он меняет жанры, что здесь по моде. Но я ебу его так, что даже лев не против. Бью в кость, будто бы наркотик. Лишь выше став и поебать на хайп. Перережу провода на твоем портфеле. И Муфаса ничего не сможет взорвать. Хочешь делать грань постепенно, можно, но никак не поднять постепенно. Ножи пососешь хуи постепенно. Тоже говоря им, мол, постепенно брошу. Трепор, не наебывай склад. Еще вчера рэпер, сегодня граймстар. Кто мой соперник, блять, ты что ли? Тебе делать грайм заставляет Москва. Говори мне, что ты эски болит. Я слышу, как там мой проем однокват. Ты пишешь панчи рукой бога, но читаешь их устами лоха. Смотри сюда, бой, покажи мне кентов, я скажу Грин Парк. Столько пиздатых фишек у него, лучше ей из них, но у лимиты Марк. Он думает, что Кеннон Марк 2, это взять, блять, Кеннон и Марк Ула. Не вывозит Муфаса за амплуа, первый лев, похожий на кабана. Как ты пережил перелет, тебя на крыльях счастья везет проем. Под тебя только просят меньше воды, но ты привез за собой Ла-Манш пролив. Иду вне игры, ты забыл, пацан, судьба все видит, как с параплана. Единственный способ... Спустя это звать цыгана, бой! Тут еще, знаете, такой этот претензии на юмор у Редо. Но вообще оба молодцы, не знаю. E17, stand the fuck up, yeah? Yeah, listen. Yo, listen, твой грайм это Люку Манцов. Брось полотенце на пол, когда я на микро. K.O. Anthony J. Кличко. Jean-Claude B. to the S. Don't Po. Не Redo, а Reduce. Половина бутылки of juice. Half price broke, но не тень как Primark. Сделай мне кофе, ты Джонни Бой Грайма. Фам, твоя девочка Агли Хованский. По сравнению с ней Барби. Пуна не воняет как карри масала. Большая как Драго, лицо Венцеслава. Нет, ты не Redo активен. Касаемо грайма пассивен. Как мать-одиночка, что на бенефитах так зимит. С понедельников мысли об альтернативе. When I'm on the road, это beef. Фам, when I'm on the rhythm, you victim. Муфаса the gypsy. Присвоив все то, что имеешь себе на карман. Quick thing, фан-фан, тюльпан-фан. Что за хуйня, почему я должен поверить в себя? Твой нос растет, Буратино. Ты врал сам себе, когда думал, что верил в себя. Wasteman, бумплекс. Как борцуха, возьму тебя суфлекс. Деактивирую этих фейк MC нажатием красненькой кнопки на пульте. Посмел называть себя граймом. Сайдман, ты не выкупаешь мой сленг. 28 граммов, функция Z. Тюрьма, это пен мусора. Фетс или бойдом. Ман, как Муфаса, я роудман. Булхом, стоп, Сладфорд, Хакни и Кройден. Грайм, это я, и no limit, you don't know. Вы же просто фолловите то, что модно. Этот флоу, он быстрый, как Гоку. Не пытайся взойти на мой левел. Шок за ваш штиц, тебя выебал в жопу. Мне мерзко с тобой находиться на одной сцене. Бахну с тобой ради денег, потому что деньги важнее, чем шлюхи. И для полного равенства шоком тебе не хватает лишь моей оплеухи.
Сосудок лучше падает три слюни. Ведь в деле как Ocean George. Мой грайм это Skankman Thing. Никита Рыдов, твое имя на пуле. Ман как Буфаса, я булит. Ты пудель, пацан, к моим мандам питбули. Навялил Stone Island с Китая, как лузер. Дикет, ты даже не около улиц. Allow it, bro, I beg you, allow it. Твой талант не разглядеть даже в зуме. Ты в грайме тупишь, женщина в думе. Настолько суров, что челябинский дулин. В твоем грайме нет грайма. В твоем грайме нет хайпа. Я взрубаю Аль-Кайда. Кто лучше MC, тут не тайна. Мои люди говорят, чиз, когда я на микро. Мои люди говорят, чиз. Ты кто, ты кто? Ты кто? Ей, раунд! Читай тут вот этот вот. Молодец, хорошо читай. Вот тот вот в розовом капюшоне, он все время дергается и мешает мне вникать в темы. А вообще тяжело понять, потому что я не все знаю, о чем там говорят. Резкий спидбуль, ты не видишь выхода, даже видя дубль кис. Ты на карте отмечен, как ебаный труп. Блять, ты труп, рудой смотри, мои факты никогда не врут об убийстве. Ты просил корешей так помочь, и они дописали твой текст на английском. Но в чем твой стиль, если каждый раз тут никчемный стих? Ты пиздишь, что Англия граймит лучше, я согласен, только при чем здесь ты? Твоя жизнь — это лейблы Прада, но без них раз-два исчезает автор. Тебе нужны тряпки, без них ты вряд ли сможешь написать хотя бы половину парта. Вакван, братка, банга батла, отгадаешь правду, да я знаю, дядь. Тебе тянут руку и кричат, дай пять. Ты берешь их руку и идешь гадать. Твою мать, да твой Кен краснеет. Ты читаешь парта, не все краснеют. Ты из Лондона, но Биг Бен краснеет. И теперь он все больше похож на Кремль. Рудбой, отгадай загадку. Черный, круглый, с плоским вайбом. Залетает только с подачи белых. Лайфстайл мод, хоккейная шайба. Твоя жизнь будто НХЛ. Ты кричишь, что летаешь, как в НФС. Охуенный гангста, как GTA. Но тебе не верит. Вы знаете, вот как-то, когда я слышал Оксимирона, мне было интересно, гораздо интереснее. А тут вот, все равно мне не очень понятно, может поэтому как-то мне не очень. Граймов врубая бит, прячу их по подвалам, пакета балом. Но я не стану здесь как кассир, ой. В голове их ветер, для тебя так не грайм, а ебаный рейтинг. Но стоит им только встать пару среду, они сразу говорят, да ты чё, я рэпер. Пошути про пальто раз 300, я верну тебя в него, как аквалангиста. Брошу в реку, привязав гантелю, и ты не выберешься, будто граф Монте-Кристо. Я даже не знаю, кто из них сильнее, если кто слабее. Они оба, мне кажется, равны. Постал стиль, постер, постал раунд. Третий раунд Буфаса, дайте шуму! Yo, big up all of the man, I'm in a building. Ну хорошо, опять вот, знаете, такой как бы дружеская обстановка, никто, ничего. Петербург, вообще, это любовь, все круто. Yo, yo. Crime, JD Sports, Crime, Chicken and Chips, Council Estate, Crime, безлимитный MC, Оксимирон, Green Park Gang, Crime, это имя Муфаса, тот самый Чава с агеном, он делает мясо, словно я Гёчи турецкий, если под ногами есть сцена, время чесалки, Никита, ты Луи, мана тут в роли Глен-Глена, ты Пуси, вижу это лучше рентгена, все в курсе, кто король лев, кто гиена, твоя карьера под брендом The End, Game Over, 100% dead, да, уверен, ты в школе был старостой класса, на рукаве красная лента, ты гусратил для планта, признайся, худший из выпусков версии. Манский наридим эффект Хиросима, фам. После тебя кола и ментос удаляют тебя как аппендикс. Ведь таких как ты в гейме пленти. Выпей до дна и настал твой бренди. Ладно, со мной ты подопытен в эксперименте. Мои люди говорят, чиз, теперь это Дадли в тренде. Они ждут мой тейп, будто новый бестселлер. Да, но первый пропа amazing. Русский basics, это дым сигарет с ментолом. Группа Нэнси, вы думали Никита Грайм MC? Really? Худший из версий твой грайм это Юрий Лоза. Я же сомалиец, пират Мана Абди. Беру на бардаш твой маленький плод, лезвие рот. Пусть ее, где мои бабки? Плесом баристап, мимо фаса, мой флоу, Стэнли Ипкинс на маске. Никто тут не верит в Никитины сказки. В твоем монобаге ничего, кроме смазки. Ебать, бой, мана ain't on the fuck you. Ты не топ, you, даже в Москве служаешь UK. И догоняешь лаг one, блюка бай-бай, это пиздец. Мой флоу, массовые беспорядки. Этим MC с необходимы маски и шоу. Чтобы заломать мой флоу, чтобы положить на пол мой флоу. Мана ready to blow, бомба. В сравнении с тобой, мана мать шонга. Шансунг в ожидании гонга. Крест, треугольный квадрат, комбо. Мой Уилли в этой суке с Гонконга. Тонга, бенген и гал, квик, мана свит соука. Хэнсом гиза, фреш, как паука. Chemical flow, эти мана и онда. На этих битах превращаюсь в Кинг-Конга. 48 секунд над лонга. Батли со мной, ты в нокауте, как Ронда. Раунд. Все перечислил. Все шо мог, все шо знал. Заебись, да. От тех, кто поет, до тех, кто... Дайте шума. Ну, в общем... Знает русскую классику, скажем так.
Агатески мумоу-воу. Отличи любовь versus под ритм отклажена лордов. И хоть миллион строк выбрось, хоть сто, но мы с тобой как Каспаров и робот. Блокнот, набор математических строк. И поверь мне, бро, это число не дурно. Мой искусственный разум захватит мозг, чтобы потом создавать искусство разумным. Я R.I.D.O. Я влетаю как R.I.D.O. Мои панчи крипта перелом. Мы готов вот. Арсенал, пока ты глотал диски, будто сидером. Так закинь меня. Знаете, что, на чем я поймал себя? Они... Вопросы буду думать, полужив я или полумертв. Это все стало спортом. Каждый по себе, вот ощущение такое, этот про одно говорит, этот про другое. И они как-то, знаете, не пересекаются. Все тот же Лондон, ой, русский грайм, ты стебешь только русский грайм. Лондон так зал на твой грайм флоу, что теперь ты делаешь русский грайм. Слышу только лишь детский лай, Симба, где же твой эски вайб? Ты же видишь, что ждет теперь, и кричишь им только, блядь, не снимай. Йоу, зацени, бро, отгадай свой прыгом с двух нот, если думал, что ты взгибешь мой слог. Хочешь сделать по 100 нулей, но 100 муфас это перебор. Хочешь дать огня, как Лю Кэнг? Тогда слушай мой парт серьез, и я взорву твою жопу, как не сможет бомбу, что ты пронес. Камагэнг, камагэнг, я убью всех королев королей. Шах и мат, блять, на коне на ладе, я на твоих понтах, как Иисус. Бросай ему тряпки от Доры, Доры, до. Что решает здесь? Только хардворк, никаких проемов. Хочешь так быть узнаваемым? Так звучи где-то еще, кроме своих колонок. Если теперь хочешь прыгнуть в грайм, не вопрос, друг мой, прыгни из колготок. Хочешь угнать 500 лошадей? Я прищемлю тебе руки капотом. Как все они? Выдумай новые мемы, напиши стихи. Один раз подняв микрофон с Назаром, я заставил Россию все повторить. Высоковольтный провод от всей сети. Этот вайб для меня мой наркотик и зло. Сколько хочешь, живи в Лондоне, но ты в Англии, там тебе напротив Редо. Устал, бедный. Дайте шуму Редо! Дайте шуму Муфасе! Это было ебаное мясо versus, блядь, BPM, сука, шума! Ну вот, друзья мои, вы периодически просите меня, чтобы я послушала Версус. Там уже не буду ни промат, ничего. То есть как-то вот в этот раз все гладко было, даже учитывая, что я там слушала эти маты. И как-то они меня не сильно напрягали. Вопрос в другом. Вот когда вы мне просите, чтобы я что-то послушала, эти Версусы и все, вот... Я-то половина не понимаю смысла. Не потому, что я там такая глупая, а потому что вы там какие-то свои терки, и кто-то там про что-то, и какие-то слова или мысли, или какие-то ситуации рассказывают они друг другу. А я-то про это не знаю ничего. Поэтому мне не очень интересно слушать версусы. А и думаю, что если мне не интересно, то когда со стороны это тоже может быть не очень. Вот. Но в связи с тем, что все-таки я уже штуки 3-4 мы залили, показали вам мою реакцию, и парочку еще, или, наверное, парочку, да, я их послушала, но их из-за авторских прав не разрешили выкладывать в эфир. А вот, поэтому я, в общем-то, делаю, у меня есть возможности сделать определенные выводы и сравнить их с тем, что я видела. Вот, мне здесь показалось, то есть они оба сильны, вот, они хорошо оба читают. А вот, то, что касается смысла, из того, что я поняла, мне вот, когда я говорю, был Оксимирон с Джонни Боем, которого я слышала, вот они говорили в одну тему, то есть... Один говорил, другой отвечал. То есть, и они как-то так перекликались, у них общий смысл имелся. А здесь такое впечатление, этот про одно говорит, этот про другое говорит, а в целом картинки не получилось. Вот. Но то, что дружненько и как-то хорошо читались, поэтому, в принципе, неплохо. Ну вот и все.